Это короткое видео я записываю для геолога и писателя Александра Николаевича Доценки. Дорогой друг Саша, ты начал вести канал на Ютубе, рассказывая на этом канале о геологии. Но, как ты сам жалуешься, звук у тебя не идеален. И сегодня я поведаю тебе, как делать более-менее приличный звук. Для этого понадобится самый дешевый петличный микрофон и мобильный телефон. Но это не точно. Вот этот вот петличный микрофон фирмы «Диалог» стоил, если я не ошибаюсь, 150 рублей. У него нет фантомного питания, и выглядит он вот так вот. Вынимаю из чехольчика. Вот. Вот такой микрофон, вот такая смешная петличка. Надеваю его. Продеваю через горловину. Прищелкиваю сюда. Затем беру в руки мобильный телефон и вставляю в микрофонное гнездо, оно же гнездо наушников, мини-джек, разъем. Нахожу в мобильном телефоне приложение, которое называется «Диктофон». Оно находится в дополнениях по умолчанию. Теперь включаю звук и посмотрим разницу. Вот так вот записывается звук на мобильный телефон с помощью микрофона-петлички. Видишь, все на самом деле очень просто. Никаких сложностей не надо. Самый дешевый петличный микрофон, вот он. Простой старенький мобильный телефон. И вот идет новая запись. Теперь я останавливаю запись. Вот и все. Все очень просто. Можно выключить программу «Диктофон», отключить микрофон, снять его и убрать в чехол. Далее понадобится программа обработки звука. А для программы обработки звука я перейду в рабочий кабинет и перенесу в компьютер. Давай посмотрим, как это делается. Теперь посмотрим, как запись, которую мы сделали, отправить в компьютер. Компьютер уже включен. Берем телефон. Опять входим в дополнение. И запускаем опять программу «Диктофон». Берем запись, выделяем запись, которая нам нужна. Нажимаем вот на эти вот треугольнички и выбираем «Поделиться». Вверху появится «AirDrop». То есть это воздушная связь с компьютером. Я выбираю свой iMac. Вот написано iMac Александр. Прикасаюсь к нему. Вот. Этот писк значит, что отправлено. И вот у меня в загрузках появилась новая запись. Еще раз повторю на примере другой записи. Вот у меня сделана предыдущая запись. Вот я выбираю новая запись. Опять нажимаю многоточие, выбираю «Поделиться», опять выбираю «AirDrop». Вот.
пошла новая запись, и она появилась у меня в компьютере. Что мы должны сделать дальше, друг мой Саша? Мы должны взять программу обработки звука. В данном случае я пользуюсь программой Adobe Audition CC. Старой версией 2015 года. Вот такая вот программа. И открыть файл с ее помощью. Вот, открылся файл, который я записывал. Вот так вот записывается звук на мобильный телефон. Видишь, Саша? Теперь следующее действие – убрать шум. Шум здесь незначительный. Мы даже не будем его убирать. Но сделать звук стерео нужно. Для этого я выделяю комбинацией клавиш Command-A. Выделить все, весь звук. Захожу во вкладку Favorites программы Audition и выбираю Convert to Stereo. Вот он отконвертирован как стерео. Но, соответственно, уровень в каждом канале упал в два раза. И теперь я опять захожу во вкладку Favorites и выбираю Normalize to 0,1 децибела. По самым громким звукам у нас получилась вот такая нормализация. Послушай, что получится. Видишь, все на самом деле очень просто. Никаких сложностей не надо. После этого мы сохраняем этот звук. Сделаем его как MP3. Назовем геолог Доценко. Окей. Все. Видишь? Друг мой Саша, со звуком работать очень просто. Дальше ты просто заменяешь звуковую дорожку в видеоредакторе этой записью, синхронизируешь, и вуаля, все готово. Это точно. Это было короткое обучающее видео для моего друга-геолога Саши Доценки, который начал вести свой канал на Ютубе. Описание? Нет, не описание. Ссылка на канал появится внизу в описании под моим роликом. Заходите, это будет очень интересно. Особенно интересно слушать, когда Саша вначале произносит «Здгаствуйте». Выключаю программу Adobe Audition. До свидания, друг мой Саша. Я надеюсь, это видео тебе в чем-то поможет.